Друзья, привет! Фикс Прайс, Большевиков 33, Калантай 24, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. И простите меня за мой голос, он будет таким какое-то время. Приятного вам просмотра. Новая серия кремов баттер для рук и тела. С маслом миндаля и экстрактом малины 150 мл. Россия, город Казань, 99 рублей. Также есть с комплексом масел и экстрактом манго, и с маслом ши и экстрактом вишни по 99 рублей. Натуральный скраб для тела от Синергетик, кофейный, в составе кофе и зеленый лайм. 300 мл, 249 рублей. Также есть натуральный солевой скраб, пачули и аромат бергамота. 349 рублей. Крем для лица от Невской косметики, спермацетовый, подходит для сухой и нормальной кожи. Питает и смягчает. 99 рублей. Антибактериальное мыло для рук с дозатором Синергетик, биоразлагаемое. Есть лемонграсс и мята, мелисса и ромашка. 500 мл, 149 рублей, Россия. Большая серия средств для чистки. Суперблеск акрил эмаль, антииз спелая вишня, суперблеск хром и сталь, суперблеск кафель и фаянс. Пол-литра 99 рублей. Гель для посуды Фэри, зеленое яблоко, 400 мл, 124 рубля. Свечи в стеклянном стакане, 3 фитиля. Появились новые ароматы: хлопок, гвоздика с корицей, очень приятный аромат, лесные ягоды и бархатный лес. 299 рублей. Прочные и удобные мешки для мусора с ручками. 20 штук по 35 литров. Нашла две расцветки. 79 рублей. Щетка для одежды и обуви. Основа из дерева, ощетина очень жесткая, она искусственная. 69 рублей. Липсы для полотенец, 5 штук, 59 рублей. Полезная, интересная новинка – это вешалка на дверь. Размер 35 на 26 и 8 сантиметров. Имеет 7 деревянных крючков. Корпус сделан из нержавеющей окрашенной стали. Есть белые и черные. 249 рублей. Немного подвезли черную металлическую коллекцию. Есть мыльницы, 3 крючка и держатель для туалетной бумаги. Браслет магнитный строительный, удобный ремешок, 4 мощных магнита, максимальная нагрузка до 250 граммов. Нержавеющая сталь, магнит ПВХ. 199 рублей. Коврики преддверные сюда также поступили с надписью разной расцветки. Размер 60 на 40 сантиметров, материал ПВХ. 249 рублей. Контейнер для мусора педальный, объем 8 литров. Все контейнеры одного цвета, вот такие комбинированные. Все оттенки серого. Производитель Россия, 349 рублей. Новый органайзер для косметики и аксессуаров. Крышка с ручкой небольшой. Небольшие противоскользящие ножки. Все одного цвета, 199 рублей. Массажер для тела, для красоты и здоровья вашего тела. Дерево и ПВХ. 199 рублей. Стельки спортивные от 36 по 45 размер. Вставки из латекса, термопластичной резины и ЭВА. Амортизируют стопу и ноги устают меньше. Пока цены не было. Извините.
Светильник-ночник включается только в темное время. Включение и выключение происходит от светового датчика. Есть несколько дизайнов, квадратные и круглые. 87 рублей. Носки женские, высокие, 65% хлопка. С рисунком есть сердечки, есть цветочки, есть надписи, много расцветок. Размер с 36 по 40, пока цены не было. Носки очень короткие, спортивные, 94% полиамид и эластан, 62 рубля. И вот такие яркие расцветки. Женские носки средней длины, 81% хлопка, вот с таким небольшим рисунком. Как видите, очень много расцветок, не ярких, пока без цены. Сюда также поступили скатерти квадратные с кружевинкой, все три дизайна, что я вам показывала ранее. 249 рублей. Ну, привезли второй или третий раз игрушки, гусенички, антистресс. Они приятные на ощупь, смешно извиваются и прикольно трещат. 149 рублей. Чайник заварочный, сделан из стекла, сито из нержавеющей стали, крышка из полипропилена. 299 рублей. Тарелка глубокая, 880 миллилитров, тяжеленькая, глянцевая. Три расцветки, 149 рублей. Аккуратная. Бульонница с одной ручкой, 500 миллилитров, это керамика. В крапинку все, 124 рубля. Новый молоток для мяса, тяжеленький, сделан из углеродистой стали и полипропилена ручка. Ручки разных расцветок, 99 рублей. Хомуты для подвязки на двухстороннем скотче, 30 штук, 69 рублей. Большие секаторы сюда также привезли. Металлическая опора для растений, 124 рубля. Крючок садовый, 149 рублей, металлический. Саженцы по 249 рублей, виноград, красная, черная смородина, малина. Уточки на водоем, желтенькие и белые, 59 рублей. Сетка противомоскитная на магнитах, 220 на 90 сантиметров. Здесь есть расцветки, 199 рублей. Хорошая развивающая игра досочки Сигена. В нее входит 16 фигурок и 16 рамок. Надо подобрать каждой рамке свою фигурку. Развивает память, творчество и моторику. Производитель Москва. Материал дерева, 149 рублей. Показываю вам тему. Там, видимо, еще есть много коробок. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока. Гуляйте, пожалуйста, без меня. Это манеж. Двери-ка такие старинные. Могли бы отреставрировать, конечно. Так, пошли опять на Кленовую аллею. Ой, совсем скоро будет все зелененькое, красивое. Кленовая аллея. Впереди Инженерная улица и Михайловский замок. Надо опять туда сходить как-нибудь.
Там очень красиво внутри. Справа желтое здание, круглый купол. Это цирк. Инженерная улица. Собачки. Все обкакали. Весь Петербург. Загавкали тут. Собачки. Так. Петр Первый. Правнук прадеда, да. Тут даже еще лед не растаял. Надо же. Ну, все ремонтируют к летнему сезону. Дороги, трамвайные пути, работнички. Ну, конечно. О, все перегородили. Ничего себе. Как пройти Михайловский сад? Красивый он. Красивый. Как же нам попасть туда? Непонятно. Непонятненько. Ой-ой-ой. Еще лед. Летний сад застыл в ожидании. Совсем скоро будет красиво.